Организовал капельный полив огорода. Вода подается в систему из центрального водопровода под давлением. Поступает вот в такую пластиковую бочку на 200 литров. Вверху на подачу воды поставил вот такой клапан поплавковый из нержавейки. Видите, раз. Для того, чтобы не было перелива в бочку. То есть раз, автоматически перекрыл и все. Здесь сделал такой дугой от стиральной машины, чтобы не перегинался шланг. И обязательно глухая крышка, ребята. Крышка обязательно глухая, потому что любой мусор, который попадет внутрь емкости, пойдет в каплю и забьет каплю. Из сантехники использовал все, что под рукой было, поэтому придираться не надо. Единственное, что приобрел вот такой замечательный клапан механический, то есть механическая подача с таймером. Механическая подача. То есть раз, поставил на 15-30 минут до 2 часов. Все, он тикает и водичка идет. По истечении этого времени автоматически перекроет подачу в каплю. Единственное, что не хватает важного элемента вот в этом узле, это фильтр, фильтрующий элемент, дисковый фильтр такой для капельного полива, продается он, стоит недорого. Но я его не вставил, у меня здесь стоит сеточка, вот, сеточки может быть недостаточно, фильтр я все-таки бы поставил. По огороду развел шланги вот с такими клапанами перекрытия, то есть я каждую секцию, каждую грядку могу поливать отдельно, в зависимости от того, что мне надо поливать в данный момент. Для капли использовал капельную ленту, и вот она капает, родная, смотрите, кап-кап себе, все поливается. Красота, ты помидорки поливаются, кап-кап себе, все, ты себе отдыхаешь, а капля работает. Вот уже первый огурчик появился, а. Хорошего всем урожая, всем пока.